Так, вы что, это первая рыбейка, что ли? Смотри. Походу, да, первая рыбейка. Вот так вот просто тюкнул с переката небольшой судачок. Я уже, честно, было расстроился. Что... Честно, было расстроился, что рыбы нет, а оказывается, рыба есть, стоит где-то. Опа! Стоит где-то там, где я ее совсем не ждал. Ну, примерно, конечно, представлял, что она там может быть, но тем не менее. Цуёки Райвал 56. Перепробовал тут до этого несколько воблеров. Бэркинговские воблера. Касадака 70-ку. Думаю, поставлю, попробую. Уже то, на что я, в принципе, судака ловил. 56-й Райвал. Вот такой вот небольшой утренний судачок открывает счет сегодняшней рыбалки. Поменьше, чем первый судак был пойман там ниже на перекате. Ну, естественно, и воблер размером чуть-чуть поменьше. Но тем не менее, это мелочь судака вот такого размера. По факту рыба была поймана буквально вот в 3-4-5 метрах от меня, вот из этой вот заводюшки между камнями. Так, и есть поклевочка, видимо, какой-то окунярик, что ли, небольшой. В траву пошел. Да, наверное, окунь. Чисто такая окуневая тема. Начал подматывать его к берегу. И он травку увидел и полетел в травку. Фиолетовый бэйби крэнк сработал. Небольшой окунишка. Я испугался, елки-палки. Прямо здесь, под ногами, можно сказать, из травы, видимо, окунь вылез и клюнул. Размер вообще небольшой. Какая-то третья рыбка, четвертая на сегодня. Так, поклевочка, однако, на вертушку. Да, что это такое? Это что? Это что ли окунь? Это окунь. Вот такой вот интересный окунярик. Небольшого размера. Так, и есть первая поклевочка. Кто это? Небольшой подъязык. На крэнк Цуёки фугас. В цвете бензин, да? Да, так и есть. Ну и в общем-то, так, стоп. Охотимся тоже на белого хищника, но под названием ясь. В прилове, конечно, может быть все что угодно. И судачок, и окунь. И вот сейчас, например, поклевка была на подходе к берегу. Сейчас посмотрим, кто это. Рыба выпрыгнула из травы прибрежной. Это небольшой подъязок. Где? Небольшой подъязок, но тем не менее приятно. Даже вот такую мелочевку приятно половить со струи.